жизни Ивана все стабильно. Чего не скажешь о Гоше. Я попал на деньги. Каждый твой бизнес заканчивается тем, что я вынужден тебя спасать. Ну, не каждый. Каждый, мой друг. Да. Миллион не вернешь через месяц. Твой квартира, мой квартира. В нашей провинции всех женихов давно разобрали. Кажется, есть бизнес-план. Молодой миллионер из Москвы ищет вторую половинку. Что, миллионер? Встреча стоит 5000 рублей. Встречу мы с ним организуем. Там уже очередь большая. Мне больно. Я 10 лет себе мужика в Томске не могу найти. Вот это больно! От желающих отбоя нет. Слыхали, завтра к нам миллионер из Москвы приедет. Буду обольщать. Ну, вообще, по правде сказать, кофе у нас не очень. А я варю лучше. Особенно по утрам. Валим отсюда. Что всем этим женщинам от меня надо? Видел твою анкету. Я от тебя ухожу. Просто у нее новый хахаль. Кандидат в мэры. То есть ты хотел заработать и друга продал? Я доступ к тебе продал. Расслабьтесь, и так понятно, кто здесь лучше. Это мужской туалет. Уже уходим. Катя, ты любишь его? Он будет мой! Девочки сошли с ума. Неплохой у тебя товар. Не без изъянов, конечно. Но спросом пользуются. Друг на продажу. Ты минимум на полляма встрял, и каждую минуту этот долг увеличивается. Мужик, ты что, бумер пересмотрел?